модель является следующим эволюционным звеном проигрывателя 751BD и представляет собой одно из наиболее универсальных на сегодняшний день решений, обеспечивая при этом высокие характеристики аудио и видео. Антирезонансный металлический корпус приятно выглядит, расположение элементов управления на алюминиевом фасаде тщательно продумано. Центральный малошумный привод с высокой скоростью считывания воспроизводит все основные форматы дисков, включая Blu-ray, DVD, SACD, AVCHD и HDCD. Под ним находится информативный дисплей. Кроме кнопок управления, включения питания и выбора фильтра на передней панели, присутствует USB-порт и вход HDMI, совместимый со стандартом MHL. Модель располагает 5 ЦАПами Wolfson WM8740. Используется технология Anagram Q5, поддерживаемая 32-битным DSP-процессором Analog Devices и обеспечивающая передискретизацию аудиосигнала до 24 бит 192 кГц, а также подавление джиттера. Наличие интернет-порта, USB-адаптера для Wi-Fi и поддержка протоколов UPnP и DLNA дает возможность воспроизводить медиа-контент с ПК и серверов NAS, а также обеспечивает доступ к интернет-контенту, включая видео таких сервисов, как Picasso и YouTube. Входы тыльной панели, разъем HDMI, 2 USB, коаксиальный, оптический. Выходы 2 HDMI, диагностический композитный, фиксированный 1.7 канальный RCA, линейный RCA, оптический коаксиальный. Используется универсальный пульт дистанционного управления Azure Navigator с подсветкой. Модель обладает удобным экранным интерфейсом и позволяет активировать режим Pure Audio. Всеядность, способность работы с форматами аудио и видео высокого разрешения, а также великолепное качество звука и изображения делает Cambridge Audio Azure 752BD одним из лучших предложений в своей ценовой категории.